Катрина. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем игру «Как достать соседа». Так, минутку. Вот так, наверное. «Как достать соседа». Итак, в настройках мы покопались, убрали некоторые недостатки. Это очень сложно, учитывая, что у нас Windows 10. Но, тем не менее, мы этого добились. Давайте смотреть. Так... Ты готова, Ксения? Да. Ты готова. Пакости готова делать? Yes. Так, ну давай. Вот, мы прошли. А, шумный сосед. Наш сосед ярый футбольный... Так, это мы прошли, кстати, да? Да, мы это прошли, это что, повторяю? А, подожди. Вот, наконец-то мы начали. Так, к 8 марта наш сынуля решил сделать маменьке незабываемый подарок. Может... Подарить ей фотопортрет ее драгоценного мальчика или картину. Высечь старую маменьки в полный рост или смастерить для нее вазочку. Размышления соседа сопровождаются страшным грохотом. Приходится Вуди внести свою лепту. Ты готова к пакостям? Это хорошо, что ты готова к пакостям. Так. На пакостного ребенка наводим. О, я уже вижу статку. Статую. Статую. Итак, мы пришли. Так комната классно поменялась, да? Да. Так, а где он? Он что, залагался, что ли? А, у него еще чердак появился, смотри. У него еще и балкон появился. Что там надо? Ха. Он там вазу делает. Привет. Я люблю. Так, давай посмотрим. Вот он месит глину. Он вниз не спускается, нет? Нет. Давай посмотрим сначала, что он делает. Месит глину, высечет. Понятно. Он только ломает, наверное. Нет, он не ломает, он наоборот делает. Поднимается наверх. Он долбит это, который уже сделал. Хочет сделать, наверное, картину, фотоаппарат, да, у него? Там какой-то голубь на окне, которого он рисует. Голубя надо отпустить. Так, сейчас сфотографирует что-то. Блин, статуя так очень смешно выглядит. Как будто у нее, как будто она собирается кого-то убить с этой... Скалкой, да? Да. Не убить, а ударить. Ударить правильно. Да, блин, я уже запуталась. Ничего страшного. Так, вниз он не спускается, это уже хорошо. Он, наверное, будет там оставаться. Так. Там ничего. Почта понятна. Давай, Никас. Я думаю, что он куда-то... Он хочет порисовать. Так. Ах, тихо. Давай. Ага, вот так вот можно к нему подойти, смотри. Он наверх ушел. Так, используй. Сейчас, подожди. Блин. Вот мы ни одной пакости не успели сделать с тобой. Да. Хорошо. Ладно. Мы должны, значит, это, вот так вот, вот так вот. Это, как это? Первый пилотные серии, короче. Там пилотные. Надо... Да, пилотные. Нет, братья пилот, это у нас другой, другая игра. Там надо это. Там так. А, так это собака была там. Ну, с попугаем, наверное, так же. А, ну там он. А, кстати, да, может быть. Ха. Спит, смотри, наверное. Так, он сфотографировал, хочет там, я не знаю, что-то... Mm.
Так, ну-ка давай, мы не будем сейчас делать это здесь ничего. Блин, классная все-таки вторая сезон. Почему? Ну так туда, кстати, за второй сезон. Очень крутой. Просто сковородка. А что надо сделать тогда? Нет, 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 не надо. Давай. Все, сломали. Сломает, точнее. Давай посмотрим, что он там будет делать. Будет пофоткаться. Да, у него пофоткаться, да. Но потом, когда будет делать, на глину месить. Посмотрим, что с ним будет. Вот. Вазу идет делать. Вот так вот он к ним и идет. Сейчас ему подавится в вазу. Училась вообще не могу. Такая красивая ваза у неё. Види колбасы. Так, сейчас нам куда-то надо. Вот эту дверь, да. Просто аккуратно. Что? Что потерял? Надо ждать, когда он уснёт. Кнопки какие-то. Сейчас подожди, ждем, когда попугай уснет. Вот, да, сработало. Давай, мы уходим. Мы успели уйти. Ничего страшного. Сейчас он захочет платок. Подожди, а как мы можем напакостить-то ему? Так. Попуга, просто попуга. Блин, хочу спать. А вот здесь мы можем прятаться под кроватью, представляешь? Прикинь! Упа! Теперь не подарок, да? Так, он идет рисовать. Рисовать птичку. Так. Вот сейчас вот птица полетит вот так вот. Ты начала рисовать. До этого было нарисовано. Сейчас, подожди. Ну, он рисует, что ему делать еще? Сейчас фикси ему, а не птица, да? Подкрывай! Почему подкрывать? Подожди, его еще рано подкрывать. Вот. Идет рисовать. А и птички у него нет. Да, сейчас попробую рисовать, а не получится, мы же там клеем намазали. Вот красиво,
Сейчас, но подожди, сейчас он пофотографируется. 7. А мы только 4 сделали. Да. Как ты видишь вот там? Да я вижу, солнце мое. Подожди. Куда? Что там? Да блин, что делать? О, что ты взял? А что-то мы испортили. Не, что-то мы да. Мы какую-то марлю взяли, использовали это, испортили фотоаппарат ему. А, да. Так. Он даже не. Давай смотри. Ну, только такая. Смотри. Помпо. Давай. Мы сделали только. Да-да-да. Пом-пом-по. Ого, бананова кожура. Сейчас как пойдет, подскажет мне. Давай, смотри. Так, это звезда. Сияет, а надо с кнопками что-то сделать. Солнце мое. Да, я тоже так думаю, только где? Спальня моя. Вот сюда. О, понятно. Мы ему на стол, новый, на стол положили. Он же сидит, когда делает что-то руками. Это прикол. Давай смотреть, где ты? Соседу. Никогда он будет базу делать. Сейчас, подожди, сфотографируется. Блин. Смотри, мы ему голову оторвали в статуи. Это вроде бы логично. О, пошел. Подожди немножечко, вот сейчас. Сейчас ему будет база, да? Смотри, сейчас я... Ага! 7 из 7. И что ж, мы это сделали. Тебе нравится? Да-да. Давай. Солнечное утро надо было прочитать. Да, солнышко мое. Давай, выйдем сейчас, прочитаем, хорошо? Ок. Хорошо. Как достать соседа? Серии «Солнечное утро». Подождите. Так. Сосед. Так, ласковое солнышко так и манит искупаться в его лучах. Едва почистив зубы, сосед устраивается в шезлонге на лоджии. Лоджия — это балкон такой. Фиалка Сюзи вот-вот засохнет от жары, а значит, у Вуди есть чудесная возможность попортить соседушке кровь. Итак. Это мы. Ты готова? 7 утра. 7 минут. Да. Так, подожди. Мы успели спрятаться. Использовать грязную обувную щетку. Блин.
Мы немножко не успели. Мы наоборот успели как раз вовремя. Блин, а только хорошо, что сосед не увидел, что чуть-чуть закрылась там дверь. Да. А, он там взял это. Снова пивка попил. Теперь смотрим за соседом. Он хочет на пляжке. На пляжке. Да-да-да. Вот он наверх пошел. Да, я пойду наверх. Сейчас ему будет вверх. Нам надо... Оно. Че, ничего не получилось? Давай, поругай птицу. Чайник. А, полить он фиалку свою хочет. Понятно. Но надо прятаться, наверное. Вот что там внизу еще фиалка есть. Так. Ой, нет, нет, туда, нет, нет. Блин, другую фиалку. Да пока сюда. Жалко, что у него бассейна нет. Он мне вот так вот что сюрпризно сделает. Блин, наверное, ты случайно два раза нажал. Я тоже так думаю. Смотри, сын бабуся какой вот. Да. Вам банан в шоколаде? No. Это не банан. Это конфетка. Не важно. Что надо зайти из этого все, это все мы видим. Не все. Да нет, то, что мы сделали. Будь участником нашего процесса. То, что мы сделали. Надо быть участником нашего процесса, нельзя так просто. Чаек. Здесь заменили. Здесь разместили. Взяли мед. Я не знаю, правда, зачем оно пока нужно. Смотри, он вниз спустится. Я вот похочу, да? Он нас увидит! Сейчас мы давай переснимем это. У нас же можно переснять. Будь так любезно, принеси мне конфету. У тебя тут все тут. От еды. Несколько конфет. Да, мы любим сладкоежки.
Нет, это не конфеты, это... Ну, печенюшки. Ну, какая разница? Смотри, хотя вроде это просто, но на самом деле это сложно как-то. Давай, нюхай фиалку. Ждем. Так ты вытянула. Вот, хорошо, что мы спрятались. Кофе пошел попить, сейчас он подскользнется. Да, фиг ему, а не кофе, да? Да. Так, он упал. Мы успели. Да. Сейчас смотри, как он уколется там. Да-да-да. Так. Я там дверь заперла. А что тут? А я не знаю, солнышко. А что-то мы взяли. Можно было. Так, я использую яд сорняков, использую крупицы грунта на... Использует мед на... На что? Не знаю. На лику, может быть. Сейчас, подожди. Он только кофе попил. Подожди, солнышко. Смотри. Да подожди ты. Смотри. Мы ему только что яд сюда подмешали. Для растений.
комары летят. Вижу. Блин, его лейка пропала. Он ее понес цветы поливать. Так, а почему все? В руках ничего нет? Что, в карман зачем? Ну вот так. Ой, смотри, смотрим. Подожди. Итак, мы сделали только три пакости. Yes. Нам надо всего лишь 6. Так, а где у нас остальные-то? Выпрямься. Так. Что ты там делаешь? Так оно и делается, Ксюша. Сейчас в туалет побежу. Если хочешь что-то со стола взять, то не сейчас. Так. Да, мед надо использовать. А куда нам мед надо использовать? Не знаю. Вот сюда, наверное. Крем для загара. Давай. Ты запоминаешь, как что мы делаем? Ну да. Так. Ты можешь сам это делать. Сейчас он в шезлонге полежит, получается, нам надо подождать, пока он полежит. И подменить вот сюда, вот в этот тюбик, мед. Да-да-да. Ой, лежит, балдеет, кофе захотелось ему. Да-да-да-да. Сейчас ему огурцы поставить, да? Какие огурцы? А, блядь. Господи, это мед. Мы ждем, когда он шезлонг захочет. Давай, иди. Смотри, осталось немножко. Угу. Все, последний пакости. Последний, солнышко. Куда? Куда? Что за... Почему? Надо зонтик убрать. А, понятно. А тут даже нечего смеяться, просто убрали, да? Да. Надо же, чтобы загорать, он подумал, чтобы думал, что загорает. Ну, а смотри, он уже хочет загорать. Все, он уже хочет. Давай, поднимайся. Сейчас ему будет загорать, да? Загорит, как жадина свинина. Ну, его покусали. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!
Пока. Пока.